поздравить детей нашего города, и маленьких, и взрослых, и юных. Сегодня мы видели, с какими счастливыми лицами, в костюмах шли они по проспекту Кирова. Мне бы хотелось всем пожелать, конечно же, здоровья, хорошей учебы, День защиты детей, чтобы мы всегда думали, заботились и делали все, чтобы им было интересно. И, конечно же, нашим школьникам пожелать, чтобы успешно сдали экзамены, поступили в институты. Сегодня как раз та пора, когда начинаются единые государственные экзамены. Ну а родителям, конечно, пожелать, чтобы в нашем городе дети себя чувствовали очень хорошо. Сегодня есть возможность посещать садики, ходить в школы, заниматься спортом. Поэтому, дорогие наши детишки, с праздником вас, и взрослых тоже с таким. Самые настоящие мужчины.